Всем привет, друзья! У нас экспедиция межсезонье. Ездим, смотрим поля, уже должны начать убирать. Но пока еще не убирают, проехались несколько полей, все стоит. Ничего не убирают, вышли вот на такой вот выпас возле села. И пытаемся тут его раскрутить. Любомир нашел сейчас крестик какой-то царский. А у меня тоже есть находочка, сейчас вам покажу. Смотрите, 2 копеечки. Советы выпали. 2 копейки. Какой там год хоть? 80. Не вижу. 90 какой-то. Непонятно. Ну, в общем, находка. Тут коровы пасутся рядышком. Мы ямочки аккуратненько закапываем, чтобы коровы не поломали ноги. В общем, попробуем этот выпас весь пройти туда до села. И чуть левее сходим. В общем, ходим, ищем. Не знаю, будут находки, здесь останемся. Не будет находок, переедем куда-то в другое место. Поищем еще какие-то выпаса возле сел. Выпаса возле сел, друзья, всегда радуют какими-то находками. Всегда мы начинали копать возле сел всегда. На выпасах и всегда были находки. В общем, идем искать дальше. Смотрите. Theology – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Theology – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Theology вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Theology. Ссылки под видео в описании. Ну, что вам сказать, друзья, выпас относительно чистый, мусора практически нету. Пробираюсь я ближе к селу, вот там вот село сзади. Есть у меня сейчас находочка, сейчас вам покажу. У нас, кстати, новый комплект раций. Купили вот такой вот Boafeng. Коннектятся они с моей Motorola. Неплохой комплект, в принципе. Вот сегодня его тестируем. Будем проверять, как работает и какая дальность. Сейчас, кстати, Тёмычу скажу, что я нашел монетку. Тёмыч, прием. Прием. Единственный минус, что они не пикают. У меня монета какая-то, по-моему, империя. Сейчас буду смотреть. Принял, я одну советину нашел, копейку. О, и Тёмыч нашел советину. Что-то находится. Смотрим находочку, друзья. Вот моя находочка, залипшая в коровичьем говне. А может и советина, скорее всего. Очень она аккуратненькая. Скорее всего, советина, друзья. Нечем мне ее помыть. Вода осталась в машине. Ну, в общем, берем. А, кстати, друзья, хотел же вам показать. У меня хабарничка новенькая. Купил вот такой вот. Ну, я не думаю, что это портсигар, потому что он очень маленький, как для портсигара. Скорее всего, какая-то кокаиница была. Или героиница. В общем, вот такая вот штука. Серебряная. Нравится очень. Давно хотел себе какую-то классную хабарницу. В общем, берем находку. Идем дальше, друзья. Друзья, тут же рядышком сигнал. Вот здесь вот сейчас. Это советина все-таки оказалась. Вот здесь вот выкопал советину. Вот рядышком сигнал. Еще одна.
кто-то потерял. Или вывезли вместе с гноем, когда удобряли поле. Советина, скорее всего. Советина. Ближе к селу пошли находки. И до села еще мне метров 200, может 250. Иду дальше, друзья. Подбираюсь к бугорочку, друзья. И есть вот маленькая какая-то монетка. Копейка, я думаю, СССР. Чувствую, сегодня советов накопаем кучу. Конечно, залипшее оно все тут такое, но копейка, по размеру копейка. Разбрелись мы в разные стороны. Любомир туда пошел. Вот там вот Вадим. И вот там вот за машиной Тёмыч. Ходим. А я продвигаюсь в сторону села. Хочу сейчас вот этот вот бугорочек обследовать. И попробовать ближе к селу подобраться. Мне кажется, ближе к селу всегда больше находок. Погодка сегодня шикарная. Солнца нету, тучки на небе. И не жарко. Но мы воды с собой набрали на всякий случай по-любому. Потому что вдруг днем будет жара, и мы захотим очень сильно пить. В общем, идем, друзья, дальше. Смотрите. Любомир вот там вот ходит, нашел царька. А у меня блондинка делает свое дело и выгребает мелкую монету. Вот еще очередная копеечка. Вот такое. Что-то потихоньку собираются какие-то советы. Да, собираются. Наверное, пойдем позавтракаем, друзья. Мы еще не завтракали. Тёмыч, идем позавтракаем. Идем, я не против. Все, мы потихоньку к машине идем. Ок. Ок. А вот здесь мог быть вполне чернях на вот этих вот холмах, друзья. Потому как склон вот этот, который засажен подсолнухом, он считается южным. И вполне мог быть чернях. Получается, там вот ручей впадает. Очень даже может быть. Или на том поле за машиной тоже. Там вилочка получается такая. Ладно, идем завтракать, бо мы еще не завтракали. Монетный сигнал, и вот здесь вот что-то у меня пищит. Попробуем так найти. Не находится. Вот как найти можно монету руками, скажите мне. Сейчас пин возьму. А не монета, к сожалению, проволочка. Но била очень хорошо. Вот такие вот бывают
моменты тоже. У меня вот еще одна копейка. Копеек сегодня накопал капец. Это уже четвертая, наверное. Находочка. Находочка. Иду в сторону машины. Рядышком возле вот такая вот накатанной дороги. Пацаны уже, Вадик уже почти возле машины. Тёмыч тоже где-то там крутится. Идем. Все, позавтракать же хотим дойти. Позавтракали мы все. Вот отходим от машины. И у меня уже есть находочка, друзья. Смотрите. Очередная копейка 46-го года. Ну что ты говоришь, вон есть ранние 46-го. Да, реформа. Состояние хорошее. Берем. Продвигаюсь опять к селу. Не дошел я до завтрака туда. Поэтому хочется дойти. Мне кажется, что возле села все равно будет больше монет почему-то. Идем дальше, друзья. Нашел находочку, друзья. То, что собирает Тёмыч. Пуговичка. Пуговичка. Тёмыч у нас пуговицы собирает. О, еще и в позолоте было. Тёмыч тоже, кстати, так что пуговицу нашел. Угу, братья Бух, по-моему. Да, была в позолоте пуговичка. Прикиньте. Ничего на ней нету. Берем. Любомир он уже куда ушел далеко. А я иду вдоль дороги. Хочу на второй бугор и за него зайти туда подальше. Идем дальше. Друзья, есть находочка. Зацените. Что тут написано? Манжур. Значочек такой вот. Советских времен. Монеты советских времен. И значок советских времен. Любомир тоже что-то нашел. Что нашел? Что нашел? Ничего. Тоже ничего не нашел. И тут же, друзья, рядышком со значком монетка. Монетка советина, скорее всего. А? Что там? Ломик? Ага, коров привязывали, колышек нашел. А у меня 2 копейки. Да-да-да. Точно, точно, 2 копейки. Дождик начинает накрапать. Но не страшно, такой мелкий-мелкий. Я думаю, мы не промокнем, не сахарные. Идем дальше искать. До села нам, до края, осталось метров 150, может быть, чуть-чуть больше. Был такой хороший высокий сигнальчик 95. И монетка есть, друзья. Мне кажется, что это что-то имперское. А может, ранние советы. Есть такие медные тоже. Класс. Но не видно. Буду дома отмачивать это все и сотреть. Советина, скорее всего, он гурт ребристый. Скорее всего, ранняя такая. 24-го года есть такие. Любимые советы. Любимые. Так. Обследуем сейчас вот эту вот всю сторону. И попробуем выйти туда, там где коровы пасутся. Попробуем там походить. Все, идем дальше. Я, друзья, иду медленнее, чем Любомир. Он ушел от меня дальше. А может, меня затормозили находки. Еще очередная копейка. Ранний совет. О, неплохая такая, кстати. Неплохая.
Сейчас год взглянем. 28-й год. 28-й. Ничего, пойдет. В хабарничке уже становится монеток все больше и больше. Пацаны там ходят где-то за машиной. Зацепились в том месте. Тёмыч нашел часы с позолотой. Так, ладно, идем дальше искать. Друзья, я не знаю, как вам, но мне это уже кажется весьма странным. Столько много монет по 1 копейке СССР я за один раз еще не копал. И мне почему-то кажется, что это еще не конец. Вот очередная копейка. Ранние, поздние, какие хочешь. Почему много копеек? Почему единички и двушки? Ни одной трешечки я не выкопал, ни одной пятерочки. Вот одни единички и двушки. Странно. А нет, трешки, наверное, есть залипшие, но пятерок нету, это точно. Дождик накапывает и потихоньку нас подмачивает. Ладно, идем дальше, смотрите. Все собрались в одной куче. Копают советы. Друзья, пошел дождик и выгнал нас с поля. Сидим вот в машине, втыкаем. Вот так вот. Друзья, дождик потихоньку перестает. И уже что-то там вот провидняется. Пацаны пошли копать. А я пока в машине сижу, втыкаю. Сейчас тоже выйду, вот этот вот бугорочек. Обследую бугорочек вот этот вот. Вот такие у нас дела. Нет, не уезжаем пока с этого выпаса. Находки лезут. Я думаю, еще, кстати, когда уберут этот подсолнух, нужно будет в ту сторону пробить обязательно. Уже очень интересные там холмы. Пойду еще пройдусь, может переедем еще куда-то, но пока здесь еще походим. Пока есть находки, надо ходить, переезжать, смысла пока не вижу никакого. Все накопали советов, пожмания, что не ходить, правильно? Ладно, друзья, пойду прогуляюсь еще. Друзья, иду к машине, попробуем переехать еще на какой-то выпас. Хотя, честно говоря, я думаю, что лучше не будет. Потому как здесь выпас очень даже неплохой. Советы лезут, можно было бы ходить копать, но пацаны настаивают переехать дальше. Придется подчиниться мнению большинства. Поедем. Есть еще там по дороге, мы проезжали один выпасок. Попробуем его проверить. Все-таки разведка. Так, что такое, будем на месте, вам все расскажу, покажу. Сейчас попробуем заснять, что там пацаны понаходили. А ну. Как оно? Цинковое оно. Фенинги. Да. Идет бубенчик. Я, наверное, нашел. О, нифига себе. О. Даже больше брат, чем... Бубенчик, да. Ну, накопал. О, пуля это как она называется? Минье. Минье. Значит, другое. Ну, понарывал что-то. О, тоже ничего такое. О, колечко. Серебро? Стрикой красивый КР, думал, бля. КР, да, такой с замочком. Чудесный. Да, крутяк. Котлы. Котлы такие пойдут в позолоте. Прикольно. Прикольная часть. Фестиваль какой-то. Противоударный баланс. Пылезащитная. Жаль, водонепроницаемая. Жаль, не водонепроницаемая, да? Ну, ты забрал там пуговички, я тебе положил? Да. Вот этот интересно. Я там тоже значочек нашел, кстати. Такой же? Не, другой. Фестиваль 1955 Киев. Что там за фестиваль в Киеве был? Google в 1955 году.
Прикольный. Слушай, тут что-то еще было, да? Да, но отломалось. У меня отлетело. Отклеилось. Рарик. Я таких рариков продал, я тебе говорю, блин. 1000 штук. Тише, тише, мальчик, не ломай. Помахай, поберу. Едем дальше. Хорошо, что мы с Доусами копаем, потому что пришлось бы нам, как Вадиму, идти в магазин за батарейками. Остановились вот в таком вот сельском магазинчике. Вадим пошел за батарейками, ждем его. Переезжаем на другое место. Может, по мороженку, пацаны? Нет, спасибо. А ты что? Можем и это самое. Можем и по мороженку, да? Ну. Наверное, пойдем купим себе по мороженку. Что там, есть какие-то батарейки? Купил, смотри. Довольный. Купил? Да. Красавчик. Все. Теперь можем. Я ж не люблю снимать. Теперь все. Можем копать до ночи. Не. Чего? Ночи не надо. Домой поедем. Лак. Я еще таких не видел. Шеф, трогай. Это без мороженого. Лак. Без мороженого. Ребят, переехали на вот такой вот выпасочек. Земля тут, конечно, бетон бетоном. Но у Тёмыча есть. Находочка. Вот, кстати, кто-то копал, смотри, закопанная ямка. Угу. Что нам нашел? О. Самовар. У меня есть краник такой. Будет у меня теперь целый набор такой. Крутяк. Крутяк. Такая ничего еще, да? Да. Целенькая. Да. Все, дырочку надо там почистить в этой штуке, вижу. Прикольно. Да. Годится. Такой вот тут местечок интересный. Речечка, озеро. Там люди рыбу ловят. В общем, попробуем тут походить, поискать. Если ничего не будет, поедем домой. Все, друзья, пошли. Друзья, снова мы переехали на том выпасе, на котором были. Тёмыч нашел верхушку от краника самовара. А Любомир нашел вторую часть. О, комплект получается, смотри. Да, комплект. Прикинь. Походим здесь по этому выпасу. Попробуем чего-то поискать, в общем. Там дверь еще открыта, подожди. Ничего страшного. Можно не закрывать. Где мой приборчик? Друзья, сейчас такую находочку нашел. Даже не ожидал ее в таком месте найти. Тут вообще чернях. Откуда здесь взялась эта находка? Сейчас вам покажу. Отошел от машины. Вот, ну, совершенно недалеко. Ну, метров 25-30, может быть. И взгляните, сверху почти лежал. Почти сверху. Вот здесь вот я его сейчас достал отсюда. Смотрите. Крестичек. Русевый крестик. Вот это прикол. Откуда он здесь? Он еще и, кстати, недоделанный, он недолитый. Ну, он вылитый, но не обработанный. Видите, вот следы литья еще остались на нем. Вот это прикол, конечно. Вообще не ожидал тут найти такую вещь. Может, тут какая-то была плавильня русевая, не знаю, отливали, какая-то мастерская. Сверху лежал вообще. Вообще сверху. Я, честно, подумал фибула, потому что бил так, как фибула. И вот вам, пожалуйста, хорошая находочка. Все. Крестик нашел русевый. Прикиньте. Берем, идем искать дальше. Друзья, смотрите. Земляничка растет. Класс. Сейчас покушаю землянички. Вот еще есть.
такой спустился немножко с бугорка. Вот там вот ходил сверху. Спустился немножко вниз. Копать тяжело на выпасе. Просто земля, бетон. Невозможно. И вроде дожди шли, кажется. И земля, бетон. Ну, вот нашел землянику. Сейчас поем. Вкусненькая должна быть. Друзья, поел я землянички. Дошел до конца выпаса. И сейчас уже возвращаюсь обратно. Я думаю, что на сегодня мы уже накопались. Земля здесь, конечно, бетон. Копать очень тяжело. Одинокие какие-то сигналы все-таки проскакивают. Если бы этот выпас, конечно, пахануть, тут бы, я думаю, было бы очень интересно. Но он уже, я не знаю, давно-давно не пашется. Здесь коров пасут. И я думаю, что даже в скором будущем его пахать не будут. Вот такие вот дела. Хочется подвести итоги сегодняшнего выезда. Погодка шикарная. Настроение шикарное. Поехали, нашли выпасок с советами. Я думаю, что мы туда еще вернемся, на этот выпас. Потому как там еще советы копать и копать. Заехали в разведке, несколько выпасов еще проехались. Ну и сюда заехали тоже не зря. Потому как я здесь нашел крестик по Руси, а Любомир нашел фибулу. Ну, хоть так как-то. В общем, сейчас будем собираться и ехать домой. Время обеденное у нас. Не знаю. Накопались, в общем, в принципе. Накопались, отдохнули, подышали свежим воздухом. А я еще успел даже поесть земляники. Все, друзья. Будем прощаться с вами. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки. Пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции, скоро начнут пахать поля, так что будем ездить чаще. Всем удачи, друзья. Всем пока. Друзья, кстати, хочу вам показать, совсем забыл. Мне Тёмыч на днюху вот такие вот досточки разделочные подарил. Офигенные вообще. Полосатенькая. Крутяк. Будет дома на чем готовить. Ого, Тёмыч, это все мне 5 штук? Ничего себе, ты меня балуешь. Пускай будут. Друзья, кому нужны досточки, пишите в комментарии. Можно у Тёмыча заказать. Действительно классная вещь. Так что пишите, заказывайте. Будем вам отправлять новой почтой.